Государство поможет предприятиям кредитами. Об этом говорили на совещании в правительстве. Планируется, что выдавать займы будут на срок до 7 лет под 5-6% годовых. А вот кто и как сможет получить льготный кредит, расскажет Александр Лагутин. Займ на выгодных условиях для развития производства, чтобы оборудование обновить, а значит и объемы нарастить. Как отметил премьер, говорить о развитии экономики без эффективного кредитования сложно. Были произведены расчеты, сколько необходимо кредитных ресурсов для того, чтобы помочь нашим предприятиям длинными и дешевыми деньгами обеспечить модернизацию производства и расширение производственных мощностей. Работа над проектом велась почти год. Специалисты изучали потребности предприятий. Механизм финансирования обсудили с Центробанком. Речь идет о финансировании всего проекта. То есть подобный подход, он, во-первых, позволяет немножко оптимизировать процентную нагрузку, поскольку финансируется весь проект, создает возможность возврата средств, а самое главное, позволяет реализовывать это финансирование уже в рамках тех решений, внесенных в виде изменений в закон о бюджете с выделением 7 миллионов. Данная сумма уже заложена в бюджет на этот год. В планах выдавать льготный кредит под 5-6% годовых сроком на 7 лет. Предполагается, что часть процентной ставки будет субсидировать государство. Остальную ее долю и сам займ возьмут на себя предприятия. 5-6%, я думаю, это то, на что предприятия сегодня пошли бы, и тогда этот проект начнет работать. Уже есть список желающих взять выгодный займ. Это Вестра, Интерцентр Люкс, Флуари, Тегина, Молдавкабель, Электромаш, а также ряд агропромышленных компаний. Премьер поручил провести тщательный анализ финансовой отчетности и бизнес-планов данных предприятий. На завершающем этапе сейчас работа над подзаконной базой. Доработать документ должны в течение недели. Александр Лагутин, Первый Приднестровский телеканал.